Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 20 мая, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Нила. Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как «новый». Небесным покровителем его является преподобный Нил Сорский. Жил в 15 веке на земле русской Нил. Всю жизнь тяготел он к вере Христовой и решил полностью посвятить себя служению Господу. В Успенском Кирилло-Белозерском монастыре принял он иноческий постриг и под руководством опытного старца Паисия перенимал все правила праведной жизни. Не желая сидеть на одном месте, преподобный Нил отправился в паломничество по святым местам Востока. Добравшись до горы Афон, он на несколько лет там обосновался, изучая творения святых отцов, воспринимая их умом и сердцем и превращая их в практическое руководство в своей жизни. Спустя несколько лет, напитавшись знаниями, святой вернулся в монастырь. Однако, не пожелав жить в нем, устроил себе в 15 верстах келью. Вскоре, видя его строгую подвижническую жизнь, начали приходить к нему другие иноки. Так возник монастырь. Но, устав в новом монастыре, преподобный Нил ввел не общежительный, а новый для Руси – скитский, по образу афонских скитов. Так преподобный Нил исключил монастырские землевладения, считая, что иноки должны жить только трудами своих рук. Сам же преподобный был для братьев образцом трудолюбия и нестяжания. К тому же святой Нил был еще духовным писателем. Дожил преподобный Нил Сорский до глубокой старости и смиренно отошел ко Господу, завещав после смерти бросить его тело в лесу на съедение зверям и предать погребению без почестей. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравим Ивана, Яна, Давида, Фадея, Иосифа, Михаила и Степана. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!